Отчество ваше. Тандил Тугуш Тарелович. Дальше. 1977, 22 февраля. Где в Москве проживаете? Народного ополчения. Уроженец. Уроженец чего? Грузия. Город. Город Сан-Треди. Значит, город Сан-Треди, да, значит, вы уроженец. Вы являетесь вором закона? Скажите, пожалуйста, я являюсь вором закона. Я являюсь вором закона. Кличка? Уголовная кличка. Нет, у меня кличка. Вас так и называют авто, да? Авто Сан-Трески? Значит, автандил, как давно в Москве проживаете? Смотрите в камеру, пожалуйста. Уже второй год. Два года проживаете в камеру. Значит, с кем проживаете в городе Москва? С женой. Жену, фамилия, имя, отчество жены? Марина Гваладзе Амирановна. Амирановна, да. Дети есть? Да, двое. Двое детей. Как зовут детей? Саба. Тугуш Саба. Мальчик, да? А девочку? Нину. Нину. Повернитесь, пожалуйста, туда, сбоку, пожалуйста. Вот. Так, обратно повернитесь и в мою сторону, вот туда смотрим. Вот. Опять развернитесь. Значит, гражданином какой страны вы являетесь? Сейчас мы гражданин России. Как давно вы получили гражданство Российской Федерации? Два месяца назад. Два месяца назад. При каких основаниях? Вы написали заявление и получили гражданство Российской Федерации? Где вы написали, где вы получали гражданство Российской Федерации? Погромче, пожалуйста. Где? Владикавказ. В городе Владикавказе вы написали заявление. Сами написали заявление и получили гражданство Российской Федерации. В городе Сан-Треди, где вы были прописаны? Не в Сан-Треди, в городе Абаши я был. Город Абаши, очень хорошо. Улица, дом. Село Марани. В камеру, пожалуйста. Село Марани. Угу. Улица какая? Там нет улицы. Село Марани, да, вы были прописаны. Значит, в городе Москве чем занимаетесь? Не работаете, ничем не занимаетесь, да? Супруга работает ваша? Нет, домохозяйка. Супруга не работает. Значит, на жизнь чем зарабатываете? Семьей? Помогают родственники, да. Друзья? Родственники. Как давно являетесь вором в законе? Давно. С какого года? Нас интересует год. Ну, какая разница? Авто, мы с тобой договорились. Год назвать и все. Ну, 2000. С 2000 года вы являетесь вором в законе. 6 лет, то есть, да, являетесь вором в законе? Получается. Так, татуировки есть на полке? Нет. Ничего нету, да? Все,